Всем привет, с вами исханная игра Dark Souls 2. Ой, один ремастерит. Так, в прошлом видео мы что делали? Что в прошлом видео мы делали? А, Сифа мы завалили, во. Наконец-то, мы его завалили кое-как, и я вернулся потом после видео, после записи, вот сюда, где у нас кузнец находится, эта башня. Давайте сейчас сходим посмотрим на луковку, а после будем возвращаться в начальную локацию. Дело в том, что мне сказали, что как вернуться в начальную локацию, в самом начальном, в прибежище нежити. Так, да, все еще закрыто. Ну, значит, ладно. Значит, еще пока мы не активировали. Ничего такого не запустили. Надо все-таки выяснить, как тут открыть этот механизм. Ну ладно, пока это не горит. Так, я в одном из видео пытался уже вернуться в начальную локацию, но у меня не получилось, потому что почему-то ворон не перенес меня в начальную локацию. Хотя я лег в гнездо и свернулся там шариком, блин, калачиком свернулся весь и лежал, ждал. Но меня не перенесло. Оказалось, надо было подождать подольше. Ну, давайте мы сейчас вернемся в начальную локацию и попробуем. Лишь бы сейчас меня никто не побил. Вот так. Так, надо приготовить сразу вот так вот, чтобы прыгнуть туда. Ёпана! Чуть было не было. Вот сейчас чуть было не было вообще. Чуть было не помер. Так, давай попробуем. Главное не промахнуться. Хотя вроде не промахивалось. О, повезло. Едва не промахнулся. Так, поднимаемся наверх вроде бы. Сюда нам надо. Потом сюда. И вот сюда вот бежим, да? И давай вот здесь вот мы свернемся. Свернуться калачком. А, клубочком. Во. Ну, давай просто будем сейчас сидеть, ждать. Где это ворон? Вон он. Ну и что? Долго ждать так-то, нет? Сколько, блин, во, наконец-то. Ну, тогда я, значит, не дождался просто. Ладно, окейшки. А зачем он вообще перетаскивает эти свои яйца? Интересно, та локация изменится, нет? Так, ну вот мы, получается, вернулись туда, откуда прибыли. Так, вот так, локация изменилась. Уже видно. Вон там новые мобы появились. С факелами. Ну ладно. Надо идти. И воевать. Надеюсь, никого слишком сильно серьезного там нету. Хотя вполне может быть. Кто-то и серьезный. Ах ты ж, конечно. Как поторопился. Тороплюсь я слишком. Так. Вот так. Так, лечимся. Давайте внимательно теперь смотрим. Раз локация стала... раз локация изменилась, значит противники изменились. Раз. На нем вполне могут быть и вполне серьезными эти противники оказаться. Так что давайте осторожно. Так, здесь мы с боссом воевали. Тут мы упали. Так, мне надо вот сюда, походу. Так, вспомнить надо. Давайте тут сразу сохранимся на всякий случай. Так, так. Пока никого не вижу. Бери щит. А, ну это знакомый пес. Так, хоть сюда мне надо-то вообще, нет? Что я этого не помню? Походу.
что-то я не помню. Ладно. Смотрим внимательно. Опа. Там кто-то стоит. Иди твою налево, черный рыцарь. Это хреново. Ну, так-то урона-то. Лишь бы он меня не убивал. Ну, если ты так всю дорогу будешь, то... Ну, ладно, в принципе, пока... О, ну, в принципе, ладно. Теперь с ним легче. Обломок титанита. Что значит? Коричневого? Красного? Критического? Фиг его знает. Ладно, в любом случае, это было просто. По сравнению с тем, как было в самом начале. Ой, с первым боссом... С первым черным рыцарем было очень сложно воевать. Ну и тогда не прокачан был, урона мало наносил. Зато я сам был ваншотный. Это где это? Понял ты кто. Давайте-ка на всякий случай применим. Ты кто там? Так, ну мне вон туда надо так-то вообще-то, в принципе. Ау! Напугал меня. Да ё-моё, не трожь меня. Ты еще пинаешься. Да я тебя сейчас все равно же завалю. Блин, вот это зато мне по урону нанес. Тот не мог, а этот нанес. Шитчатым с эмблемой. Что за щит? Так, давайте-ка для сравнения. Щит с эмблемой. Хотя какое сравнение, если у меня щит, я прокачал же. Я вот забыл сказать, что за те души, что получил с Сифа, я прокачал темный щит, прокачал. Палаш, где он у меня? Вот он, палаш на 5 прокачал. И длинный меч прокачал. Эти обломки титанита я брал у кузнеца. Как раз этих 48 тысяч мне хватило. Ну и заодно прокачал вот прутку сет странника на 3. Правда, блин, не знаю, зачем я это сделал, но сделал, так сделал. В любом случае, все равно же, ведь рано или поздно придется менять этот сет, так что я, по сути, просто впустую потратил. Ох ты ж, забыл я про тебя. Что-то я забыл про вот это вот фокусы. Хотя, если честно, я даже не думал, что они здесь снова будут. Так, с вас ничего не упало. Так, здесь должны быть трое их, или сколько ли? Трое противников должно быть. Угу. Вот они могут через стену меня бить, а я их не могу. Почему? Это нечестно. Это нечестно. Так, давай вот сюда теперь. О, их тут двое? Теперь их двое. Но они все равно ваншотные, ребята. Вот так, отлично. Ну вот теперь я могу сюда пройти. И здесь мне сказали, что здесь должно быть находиться какое-то кольцо вот в этом месте. Ржавое кольцо какое-то. Для чего оно, я пока не особо понял. Давайте прочитаем. Вроде бы что-то там с водой связано. Это железное кольцо используется для сковывания виновных. Все ржавое и немного испачканное кровью. Нашедшие это загадочное кольцо к своему удовольствию обнаружили, что передвигаться по болотам стало легче. О как. О как. Интересно. Ну ладно. Это интересно. Ладно, здесь больше нам делать нечего, да? Пойдем тогда, значит, назад. Так, куда мне? Туда надо. Значит, назад сейчас вернемся в локацию. Да, начально. Больше здесь вроде бы ловить нечего. Насколько я знаю. Ну, в смысле, не тверд в этом поверхности. Вот я сейчас иду по воде. Мне тяжело, да? Ну-ка, давай попробуем. Мне сказали, что по воде будет легче на нем передвигаться в этом кольце. Давайте... заменим на вот, где он? Вот он.
А, ну да, в принципе, вправду стало легче передвигаться. Не, ну сейчас оно мне не нужно. Ну, нужно там, где, блин, где вот такая вода или прочая фигня. Давайте сохранимся. Ай, зачем это сделать? Сейчас же ведь мобы возродятся. Ну, блин. Ох, ну ладно, фиг с вами. О! Ёп! Это что за приколы? Мама! Это что за сюрприз? Лечимся. Сюрприз, я же Басяндур этого завалил. Эх ты ж, ё! Так, надо бы его грохнуть вообще. Так, прикольно. Бродячий демон. Ну-ка, я никуда не ухожу. Я попробую сейчас его завалить, если соображу как. Погоди-ка. Так, давайте-ка мы сейчас... Куда мы? Сюда нам? Нет, не сюда. Вот сюда. Так, пол будет проваливаться каждый раз, да? Ну-ка, давай-ка. Убегай. Ну и чё? О, наконец-то. Ох ты ж, сука, он взрывается всё же. Так. Да, блядь, как мне с ним воевать тогда, я не понял. Погоди, я не понял, как с ним воевать? Если он такой вот фокус вытворяет. Хм. Интересно. Нет, ни туда, ни туда. Так, ну щит-то здесь, я думаю, бесполезен, по-моему. Так, давайте-ка от этих избавимся, а то они там потом присоединяются ко мне, к битве с боссом. Так, то, что мне сейчас покоцало здоровье, это нехорошо. Э, вы откуда взялись? Ух ты ж, сука. Так, он сейчас начнет эту хуйню делать. Давай, встань, встань. Так, я что вообще не понимаю, как мне от этой волны, от его ж не уходить? Угу. Прикольно. Прикольно. Так, давайте-ка попробуем посмотреть, что... Здесь у меня какой-нибудь щит с магической атакой, наверное, одеть надо. У меня есть тут на 55 как один треснувший щит этот. Может, он сможет блокировать его так? Так, ну-ка. А, на 65? А, да, на 55. Ну, да. А, погоди. Щит с эмблемой. Вот этот, во. Вот этот давайте оденем. Этот нам не надо, вес лишний. Ну, давайте-ка вот этот щит оденем. Может, от него будет толк. Блокировать попытаемся его от магические атаки. Это же магия, наверное. По-любому. Иначе быть не может. Так, давайте-ка мы это... Да, нафиг. Эх ты ж, сука, еще сразу же. Ух ты, ё-моё, что это было? Блять, я не то у меня выбрано. Ну, блять, что-то не особо блокирует, я вам скажу. Вы какого хрена доебались до меня? Отъебитесь на меня. Сейчас меня опять убьют. Я не готов. Да. Погоди. Ну все,
Это бессмысленно! Мне сейчас опять его не одолеть. Что-то мне не нравится этот босс. Вообще не нравится. Че ты прыгаешь, сука? Ну, ё-моё, не рассчитал опять. Так. Ладно. Давайте сейчас по кругу там пробежимся, этих мелких поубиваем. Может быть, это именно они прыгают вниз. Что-то я хотя не уверен в этом. Это тоже блокирует физические атаки, так? Да, он тоже физические атаки блокирует. Значит, он лучше выходит, так? Ну-ка, давай-ка еще раз сравним. Да, он тоже физические атаки блокирует. Значит, он лучше, чем тот был. Так что надо было сразу его делать. Так, о, здесь есть костер. Давайте-ка мы лучше у этого костра. Сохраняемся. Да, лучше здесь сохранимся. Блять. Так, кто тут еще может прыгнуть на меня? По-моему, тут больше никого нет. По-моему, больше здесь никого нет. Кто ж там третий-то на меня прыгает постоянно? А, блять, забыл подлечиться. Блять, что я делаю? Так, давайте-ка мы сейчас еще потратим, наверное, человечность всю. Ну, не всю, а две штуки. Есть у меня, хватит, нет? Блин, у меня мало так человечности, а. Как же мало у меня человечности. Давай сразу две. Так, вот сжечь. А, нет, сначала надо... Обратите опустошение. Так, дерево сжечь. Так, я могу улучшить этот щит. Блин, нет, тут нужен мерцающий титанит. Печально. Так, пошли того ловим. Блять, ты чё развернулся? Вот так. Ну-ка. Не получилось. Хотел спрыгнуть. Ух ты, сейчас будет волна эта. Да, блин, сильно она меня дамажит. Все-таки этот щит не защищает полностью. Может, его улучшить надо для начала? Блять. Ну, нет, так не пойдет. Это надо... Может, попробовать улучшить щит? Ну, а чем лучше? У меня сейчас нечем улучшать. Ладно, тогда я пока его оставлю, этого босса, на тот момент, когда улучшу этот щит. Чтобы полностью ему блокировать его атаки, вот эти магические, потому что сейчас, ну это просто бессмысленно. Вот просто тупо бессмысленно это делать, воевать с ним. Он своей магией это меня ваншотит. Ну не ваншотит, но прилично так. Ох ты, ё-моё, ну это получилось тупо. Да, это получилось тупо. Давайте, наверное, от этих избавимся сначала. А то они мне мешать сейчас будут. Ну, блядь.
убьют сейчас. Нет, не убили. А, я выжил. Нет! Чё? Ты гад! Да вы задрали, а? Иди сюда, нахуй! Я думал, вы от меня отстанете. Ага, как же, мечтай больше. Давайте мы на этом и закончим наше видео, наверное. Хотя сейчас давайте вот вернемся сначала. Там и закончим. Что? А вот с боссом я потом к нему вернусь, раз, если это возможно. Я к нему потом вернусь, как только проверю, можно ли улучшить этот щит, чтобы он инвалил 100% магической атаки. Ну, магии. Было бы хорошо. Ну да, раз здесь можно свернуться клубочком, значит можно снова вернуться. И это радует. Бах! Я сейчас уберу уточняк. И где я сейчас возражусь? В прибежище? Охуеть. Ладно, давайте мы на этом и закончим. Я потом сюда вернусь. То есть отсюда уйду уже вне видео. Надо, кстати, узнать, где можно нафармить мерцающий титанит. Где-то ж я его добыл. Ну ладно, это мы потом узнаем. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания. В общем, решил я продолжить битву с этим боссом. Я усилил, конечно, оружие. Не самым честным образом, сразу признаюсь, потому что я собрал тогда сначала нашел два этих мерцающих титанита на улучшение этого щита, но этого оказалось мало, надо было еще дофига его, и я и пришлось идти лезть в интернет, узнать, где находится, вообще можно найти этот мерцающий титанит, и тупо спидраном пробегая по этим локациям, стараясь никого лишнего не убивать, там не агрить, там этих не трогая боссов, там где мог пролезть, пролез, насобирал все-таки это мерцающее титанита. Че, я убил на это часа 4, наверное? Да. Не, даже чуть больше. Больше 4 часов. Убил на это то, чтобы найти все эти этих мобов, этих кристальных ящериц, которые мерцающий титанит выдают. Я улучшил все-таки. Но все оказалось зря и напрасно, потому что магия так и осталась с 80% резистом. Все, его больше не улучшить. Так что это бесполезно было. Пустая трата времени, силы, нервов. Поэтому давайте будем так вот мучиться с этим. Ну, блядь, дурак. Все. Блин, я не знаю, как его завалить так, чтобы он меня не убивал. Ну, конечно. Где-то. Вот. О, все равно он меня пробил, да? Пробивает все равно. Так, ну а хули толку-то от этого? Он сейчас магии своей долбанет. Пока он не магия. Вот пока он магии не бьет, еще я могу еще жить. Ну, все, сейчас будет магия. О, нифига себе! В смысле? А почему в прошлый раз это он меня так пробивал-то охуенно? Почему в прошлый раз это он меня охуенно пробивал? Я ведь вроде резиста-то нифига не прокачал. Странно. Че было? Че-то вообще нихуя не понимаю. Че изменилось-то? Щит у меня хоть и прокачался, но резист так и остался 80%. Непонятно. Вот, сейчас вообще мало, вот сейчас мало урона наносит. Это очень-очень странно и непонятно. Может быть, надо будет пересмотреть потом видео, где я в чем именно, что, в чем дело вообще. Надо будет пересмотреть видео. Может, я просто что-то не так делал? Странно.
Может, я просто в прошлый раз просто что-то не так делал? Ну а что у меня изменилось-то? У меня только изменилось, вот щит прокачал и все. И то там у меня резист так и остался на 80%. Может быть, я не ставил блок, но думал, что ставил его. Так, мне надо будет срочно пересмотреть видео, чтобы понять, что именно не так. Так, а как отсюда вылезти-то можно? И награда какая-то херовая с него падает вообще. Ладно, вот отсюда вылезти, наверное, надо. Так, да, мы попадем. Здесь ничего. Опа! Куда это мы вообще попали, я не понимаю. Давай. Ух ты, он меня сейчас убьет. Сейчас вполне может и убить меня. Нет, не убил. Это хорошо, обломок КР титанита какого-то. Что это за место? Странная кукла. Что за странная кукла? Странная кукла, где она? Не поняла, где она, странная кукла. В ключах, что ли? Да ну нафиг. А, ну да, в ключах, странная кукла в нелепом платье. Когда-то существовало такое чудовище, которому не было места в мире. Оно крепко вцепилось в эту куклу и вдруг его затянуло в нарисованный мир, холодный и необитаемый. Нарисованный мир? Это как в третьем Dark Souls этот дополнение нарисованный мир был. Что-то странное, непонятное дело творится. А, это получается тот коридор, в котором вообще началась вся игра, что ли? Ну, нифига себе. Так, тогда тут где выход? А, вон оно как. Ну давай. Вот он выход. Тут сейчас должен быть обваленный пол. Все верно. Ну и давайте на этом мы с вами и закончим наше видео. Я там вернусь уже проверенным путем. Вот такой вот у нас получился поход за ржавым кольцом. И битва с боссом. Надо будет мне потом пересмотреть, где именно я ошибки делал. Почему до этого я урона получал дофига, а тут вдруг вообще ни хрена не получал. Надо будет выяснить. Ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.